Всем привет, мои хорошие! Вы попали на канал Елены Галант, и сегодня у меня видео One Minute Outfit. Это плейлист, в котором я публикую очень коротенькие видео на 1-2 минуты максимум. Это те образы, в которых я реально хожу на каждый день. И сегодняшний образ как раз был снят в тот день, когда очень похолодало, и мне захотелось надеть что-то очень теплое. Неделю назад я снимала видео «Мой личный топ-5 верхней одежды на зиму». Рассказывала я в нем про минималистичные дубленки, двухсторонние дубленки. И в этом видео как раз я показываю одну из своих находок – это минималистичная, нейтральная, двусторонняя дубленка, которую можно полноценно носить как на одну, так и на другую сторону, бренда Wildwood. Те, кто знают меня давно, знают, что у меня есть много верхней одежды этого бренда. Они производят очень качественную и кожаные куртки, и меховые изделия, поэтому, если вам понравится, оставляю ссылку на ребят в инфобоксе, открывайте и смотрите. Я хотела создать пастельный, нейтральный, очень теплый и уютный образ для долгих прогулок по холоду, для того, чтобы можно было чувствовать себя удобно и комфортно. Надеюсь, образ вам понравится, обязательно пишите свои комментарии, а я желаю вам приятного просмотра.